Специальной фрезой рабочие отделяют поврежденный участок дороги от остального покрытия. Бывшей яме придают прямоугольную форму, очищают от крошки и пыли, обрабатывают дно мастикой и засыпают асфальт. После этого мини-каток уплотнит и заровняет поверхность новенькой заплатки. Именно такой ямочный ремонт считается наиболее экономичным и быстрым способом устранения дорожных изъянов. По округу мы в том году зафиксировали 7014 разрушений и дефектов асфальтового покрытия. Это и внутриквартальные дороги, проезды, тротуары, парковки. Ну, обошли весь всю территорию округа по дворам. На сегодняшний момент уже практически месяц, как устраняем эти повреждения, как погода установилась. На вчера, на вечер устранили 1302 ямы. На этой неделе дорожные службы провели ямочный ремонт в Звенигородском микрорайоне Супонево, а также на территории Назарьевского. Остальные ямы устранят в ближайшее время. Работы в округе предстоит еще очень много. В течение весенне-летнего периода планируется проводить ремонт асфальтового покрытия во дворах. По словам Андрея Журавлева, самая сложная ситуация в военных городках. Там предстоит заменить свыше 5000 квадратных метров покрытия. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».